Привет, друзья! Еще один классический паб английский. Мы с вами сегодня посмотрим. Вот, я спросила, насколько он старый. Мне сказали 16 centuries. Это значит 16 века. Сейчас покажу вам колоритный, тоже очень. А как вы понимаете, очередная чашка кофе. Я еду с работы, и я, вы знаете, так как у меня день половина на работе, половинчатый, то я вот заезжаю поблизости во всякие разные места, чтобы вам показывать. Вот 16 века этот паб. Сейчас покажу вам его. Это вид с этого паба. А это вид на сам паб. Вот вход такой. Как вы понимаете, это опять in the bottle. Boodle, bottle, boodle. In. На втором этаже номера. Очень колоритный. It's full of history again, как тут говорят. Полон истории. Это вот, видите, такая интересная штука, которая... раздувают камины. Ну, это просто она нарисована. А здесь, посмотрите, даже чучело на стене. Чучело какого-то буйвола. А это чучело какой-то собаки, я не знаю. Вот. Это напротив стойки бара. Видите, здесь вот стойка бара. Вот, с собаками приходят всегда, видите, даже собаки задрались. Но это случай редко бывает. Посмотрите, какой шикарный камин здесь. Посмотрите дальше, как смотрится шикарно. Опять какие-то старинные картины. И здесь посмотрите, какая красивая территория. С камином. Вот такие вот 16 century pub. Вот эти вот стулья Chip and Dale's. Вот классические английские. Очень часто можно встретить, я вам рассказывала про них. Стулья тоже, наверное, олицетворяют старую Англию. И они... Им, наверное, лет 200 уже. Видите, какие интересные. Ну и вот опять вам этот огромный камин. Он просто огромный, друзья. А видите, вот потолки довольно низкие. В общем-то, кофе, конечно, неплохой. Я в этот раз взяла капучино. Но, вы знаете, дорого. Вот эта вот чашечка кофе. 2,65. Вот радуют живые цветы на столе. А также, знаете, что вам хочу показать? Никогда не показывала. Вот меню. Вот в этом вот пабе, кстати. Вот смотрите, как вам резко сделать. Вот видите, классические фавориты. Будл, это вот название этого, да? Фаворитная продукция, фаворитная еда. Smoked salmon, то есть копченый лосось. С вентнорским крабом каким-то и Ньютон чиз с сыром, что ли. 13,45. Дальше. Green mussels. Mussels – это какие-то ракушки. Вот эти вот улитки съедобные. Как они, господи. 14,95. Карбонара. Не знаю, что это такое. 11,95, 12,95, пронс, шеллон пронс, это креветки. Ну, то есть вот вегетариан, видите, чили 10,95, салаты 10,95, 15, краб-салат 15,95, опять сальмон с пронс креветками 14,95. Знаете,
По-моему, дороговато. Как вы считаете? Ну, вот такой старинный паб я вам показала, друзья. Будл. Вот. Сегодня побывали еще в одном пабе. Как вы видите, их тут великое множество. Старинных и не очень старинных. Всех похожих друг на друга. Ну вот, тем не менее, чисто английские. Здесь вот даже информация о нем, видите. Historic Isle of Wight Pub. Фотография этого паба, в котором мы были. Вот. Очень интересно. И вот такой вот вид опять на пролив Ла-Манш. Сегодня погода у нас, видите, какая не солнечная и не очень хорошо видно. Но, тем не менее, показала вам, друзья. Пока-пока!